Всем привет, это проект «Спецокраска». Сегодня у нас в обзоре вот такой вот окрасочный аппарат, поршневой, с гидравлическим приводом. ХВСТ СПЕ-8200. Итак, это большой серьезный промышленный аппарат, предназначен для распыления краски любой вязкости, то есть, в принципе, любой, который можно распылять безвоздушным способом. Краски, шпатлевки, огнезащиты и так далее. Вот. Работает он от сети 220, подключается в щиток. Бывает модификация на 380, он называется SPE-8900. В принципе, он практически ничем не отличается от этого. Поэтому на примере этого аппарата мы разберем сразу оба. Итак, из чего он состоит? Значит, соответственно, мотор, на нем включатель-выключатель. Вот он. Дальше. Гидравлическая станция. Здесь бак с маслом, на котором она работает. Это масляный фильтр, соответственно. Вот здесь трубка замера масла. Да, щуп, вот он щуп. Ручка регулировки давления. Добавлять и убавлять. Гидравлический двигатель, из которого выходит непосредственно поршневой насос, который забирает тот материал, который вы планируете распылять. Здесь стоит специальный фильтр с манометром и рычаг переключения сброса давления. Он же рычаг переключения с режима покраска на режим промывка. На насос у нас, соответственно, ставится фильтр-микрофон. Вот сюда, он тоже есть в комплекте. Пистолет мы традиционно, как у любого окрасочного аппарата, насаживаем на шланг, фиксируем его двумя ключами, имеющимися в комплекте. Сопло ставится в соплодержатель, так же, как у любого китайского и не только китайского пистолета. Сопло в комплектации идет 435-е. В принципе, можно здесь использовать любое до 56-го. Китай их не выпускает, но вы можете докупить других фирм сопла, нужное вам под ваш материал, и спокойно сюда поставить. В принципе, ничего сложного в сборке аппарата нет. Вот сейчас все на нем поставлено и укомплектовано, как я объяснил. После этого его нужно промыть от заводской смазки, и можно будет приступать к работе. Для этого смотрите наши следующие ролики. Пока!